В это воскресенье в программе «Живи и здравствуй» специалисты Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии о современной лабораторной диагностике, о важности раннего и точного выявления возбудителей опасных заболеваний, определении чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, внутрилабораторном контроле качества, своевременном и правильном подборе лечения. А также полезная информация для молодых родителей в рубрике «Школа мам» о навыках детей в возрасте до 3 лет, возможных отклонениях в физическом и психоэмоциональном развитии малыша. Важный разговор с онкоурологом в рубрике «Мужское здоровье» и, конечно, увлекательная история профессионального пути замечательного врача. Смотрите, живите и здравствуйте в воскресенье 19 февраля в 11:00 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.